Всем привет, это Школа Креатива, и сейчас я покажу вам, как за 5 минут нарисовать вот такую бабочку. Наметим карандашом контур бабочки. Жидкой прозрачной голубой краской зальем крылья бабочки. Жидким черным цветом зальем тело бабочки. Смешаем синий и фиолетовый, и более густой краской добавим немного теней. Сухой кистью немножко размажем в серединке. Густой черной краской размываем внутренние края. В самом конце смешайте оранжевый и коричневый и густой краской. Добавьте немного ярких пятен. Получается вот такая бабочка. Заходите в описание под видео и забирайте 50 бесплатных уроков по рисованию.